Здравствуйте. В эфире программа «Разговор по поводу», в студии Вячеслав Селезнев. Мой собеседник – председатель Комитета спорта и молодежной политики администрации Березовского района Марина Шелуханова. Здравствуйте, Марина Анатольевна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Вячеслав. Марина Анатольевна, насколько совместимы спорт и молодежная политика? Ну, я считаю, что это вообще два направления, которые идут параллельными курсами. Ни в коем случае это не значит, что спортом только молодежь занимается. И ни в коем случае, что в сфере молодежной политики принимают участие только спортсмены. Еще раз повторюсь, что это два направления, которые идут параллельными курсами. И я считаю, что в данном комитете совместились две совместимые сферы. А что подразумевает под собой как таковая молодежная политика? Молодежная политика – это направление и создание условий для самореализации молодежи, самоутверждения ее, также проявление ее самых лучших качеств. Это и культурное развитие, это и коммуникативные какие-то моменты, и социальная активность, а также противодействие негативным нашим асоциальным каким-то явлениям, которые в нашем обществе есть. Это и наркомания, и преступность, и так далее. Но в свое время, я имею в виду советский период, молодежь, скажем так, развивалась благодаря пионерии, благодаря комсомолу. На сегодняшний день какие альтернативы вышеперечисленным структурам может предоставить Березовский район, комитет? В Березовском районе у нас действует и молодая гвардия, и волонтерское движение, которое сейчас набирает силу не только по России, но и в Березовском районе. Я считаю, это сейчас самое важное направление, которое и в сфере, повторюсь, спорта и молодежной политики. Потому что у нас многие мероприятия, такие как, например, День Победы, Георгиевская ленточка, Бессмертный полк. Это только вот я малую толику говорю о мероприятиях, которые были проведены с помощью волонтеров. Различные спортивные мероприятия. И у нас сейчас волонтеры серебряного возраста. Это люди, которые вообще беззаветно преданы своему делу. Они настолько искренне, это так, ну, скажу слово, подкупают, что ли. То есть вот на самом деле вот волонтеры – это замечательное движение, которое, к счастью, развивается сейчас и в стране, и в округе, и в районе. А что касается спортивного направления деятельности, скажем так, если подвести предварительные итоги уходящего года? По состоянию на 1 октября текущего года 157 мероприятий было проведено. Это окружные и муниципальные приняло. В этих мероприятиях приняли участие наши спортсмены. 127 – это муниципальные мероприятия, остальные – выезды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наши спортсмены приняли участие в 121 мероприятии. То есть вы видите, какой рост. Что еще хочется отметить, что на нашей территории проводятся… Сначала они принимали ранг, нет, принимали уровень регионального турнира, региональных турниров. Это такие, как Кубок Александра Ивановича Ногтева, это хоккей, Кубок Руслана Проводникова, это бокс. То эти мероприятия уже на сегодня межрегионального уровня, потому что в этих турнирах принимают участие и Свердловская область, и Пермский край, муниципальные образования такие, как Октябрьский, Белоярский, Нягань, то есть вот высокого ранга турниры. Также у нас регионального турнира – это турниры по мини-футболу «Виктория», также межмуниципальные они у нас уже теперь, и кубок по лыжным гонкам имени Сыромятникова, который будет проведен в следующем году ориентировочно в конце февраля, в марте месяце. А насколько, если так можно сказать, велик потенциал подрастающего поколения спортсменов Березовского района? Я вообще уверена, что он безграничен. Об этом говорят и результаты. Это у нас и
спортсмены, которые занимаются северным многоборьем, которые на протяжении уже даже ни одного, ни двух, ни вообще порядка уже, не знаю, 10 лет, наверное, занимают первые места на окружном первенстве и в составе команды автономного округа всегда в призах. Первое, второе, третье место. Третье – это вообще за редким исключением. В основном это либо чемпионами приезжают, либо второе место занимают. Также хотела бы отметить наших боксеров, которые представляют наш район и в округе достойно, и даже на уровне России выступают замечательно. Сейчас у нас пауэрлифтинг развивается, замечательно тоже выступают ребята. Уже есть даже среди них и мастера спорта. То есть уровень достаточно высок. Лыжные гонки. Ну вот есть мнение, что на той либо иной территории получает развитие тот либо иной вид спорта в зависимости, скажем, от климатических условий проживания. Ну, допустим, я предполагаю, что кто живет на побережье, там, независимо какого моря, ну, естественно, наверное, не северных морей. Там, наверное, плавание преобладает, я так предполагаю. Возможно, там гонки, не знаю, там на лодках, на катамаранах. У нас какое преобладание спорта в Березовском районе? Я бы не ставила какие-то приоритеты, потому что у нас на территории Березовского района действует 6 бассейнов. Это я говорю и о малых, и о больших чашах. Это и Грим Березово, Приполярный. И у нас замечательные условия для ребятишек. Впервые у нас в районе Березово появился бассейн в детском учреждении дошкольном и в Приполярном. То есть наши дети уже занимаются, начиная там, я не знаю, с ясельных групп в бассейнах. У нас секции плавания также представляют и на муниципальных уровнях соревнования муниципального уровня, как и межмуниципального, окружного уровня соревнования. Лыжные гонки, повторю еще раз, что среди них очень много спортсменов с высокими достижениями. Волейбол, мини-футбол, хоккей. То есть вот различные виды спорта, которые у нас отмечены в районе достижениями. Северное многоборье. Я бы не стала выделять какой-то определенный вид из того ряда, который я перечислила. Ну, скажем так, Березовский район, он универсальный по видам спорта. Либо, ну да. Либо практически универсальный. Мы стремимся к этому. Я почему слово «практически» сказал? Потому что вот сколько я здесь проживаю, на моей памяти здесь не было секции, скажем, по восточным единоборствам. На моей памяти здесь не было секции по рукопашному бою. Возможно ли их внедрение в ближайшей либо среднесрочной перспективе? Вот те виды спорта, которые вы перечислили, это все равно специфические виды спорта. Объясню почему. Для них нужно определенное покрытие, татами и так далее, которое, допустим, невозможно провести тренировку по волейболу и в течение там, 5-7 минут уже превратить площадку волейбольную в татами. То есть это затрата и времени, и сил для того, чтобы покрытие установить. Но пока отдельного зала какого-то для занятий вот, перечисленных вами видов спорта у нас нет. Но мы подумаем об этом. То есть, я предполагаю, помещений пока нет, но специалисты уже есть. А специалистов привлечем, если будет такая необходимость и потребность. Но я, наверное, может быть, второй или третий раз слышу от жителей района. От жителей района, один из них это вы, в потребности вот в этих видах спорта. В Игриме у нас есть занятия вот этими направлениями, то есть у них есть татами в зале в Олимпийце, и они занимаются там. Марина Анатольевна, вопрос следующего характера. В принципе, вот я полагаю, что большинство, наверное, предприятий, учреждений, это касается администрации, в том числе района, с учетом сложной финансово-экономической обстановки, и не только в Березовском районе, процессы оптимизации каким-либо образом коснулись, либо планируется ли оптимизация в вашей структуре? Ну, я бы вот
не стала говорить это слово «оптимизация», оно какое-то... Ну да, тем более губернатор сказал, я не буду это слово применять, эффективность. Ну я соглашаюсь абсолютно с Натальей Владимировной. Слово «эффективность» – это уместнее гораздо, потому что эффективность – это включает в себя различные направления. Это и эффективность работы, и эффективность использования бюджетных средств, что немаловажно. Коснется, знаете, в какой мере? Внутреннее и внешнее совмещение должностей. Да, коснется, потому что я считаю, что у нас достаточно в учреждениях специалистов, которые могут выполнять ту или иную деятельность или род деятельности осуществлять. Внешнее совмещение, да, у нас есть тренеры, которые, вот в частности, пауэрлифтинг, которые у нас являются внешними совместителями. А в остальном, чтобы так вот глобально, эффективное использование будет на базе того, что мы имеем. А планируется ли слияние тех либо иных, допустим, спортивных комплексов? Нет, не планируется. Не планируется. Я просто вот ориентируюсь на всевозможные домыслы и догадки о том, что якобы часть спортивных объектов, которые сейчас находятся в юрисдикции Виктории, они будут отдельно, но это, наверное, не более чем домыслы, досужие. Это не то, что не более чем домыслы. Опять же, в целях эффективного использования бюджетных средств, в целях эффективной работы решение будет принято, но решение будет принято ни в коем случае не противоречащее каким-то общепринятым взглядам на работу данного учреждения. То есть это не коснется ни в коем случае никого из сотрудников в ущерб ни заработной плате, ни объема работы. Я вообще полагаю, что вот эти вот домыслы, какие-то слухи, их нужно просто устранять и ликвидировать. Вот я по этому вопросу это задал, чтобы больше не говорили. Да, вот я на самом деле человек не тот, который распространяет эти вещи, да, и пресекаю их на корню, поэтому еще раз повторю, что не беспокойтесь, все будет хорошо. Будем работать дальше эффективно и плодотворно. И главное, чтобы это не отразилось на качестве предоставляемых услуг. А я и говорю, эффективно и плодотворно. Какие планы на 2019 год? А я еще хотела бы озвучить один момент. Если мы с вами в сфере молодежной политики сказали о волонтерстве, то в сфере спорта я бы хотела особое внимание уделить сдаче норм ГТО. Это, я считаю, замечательное возрождение наших традиций. Так вот, по состоянию на 1 октября текущего года у нас в центре тестирования «Виктория» прошли сдачу нормативов более 1029 человек. И 717 из них успешно сдали, то есть получили золотые, серебряные, бронзовые значки. Это замечательно. Перефразируя изречение известного ученого, богатство России будет прирастать здоровьем жителей Березовского района. Да, да. 2019 год. Что он вам грозит, что он вам сулит? Ну, насчет грозит я бы не сказала. Достаточно спокойная и благополучная ситуация в сфере бюджетирования. То есть все секции, все направления основной деятельности спортивных учреждений будут в том же направлении действовать, что и в прошлые годы. Ухудшения не ожидается. А улучшение? Улучшение будет. По каким направлениям? Потому что бюджет спортивных учреждений сформирован на 31% в сторону увеличения по сравнению с прошлым годом. Я так полагаю, что в 2019 год вы смотрите только с оптимизмом. Я вообще по жизни оптимист. И у нас все будет хорошо. Что бы вы хотели сказать в заключение нашего диалога, возможно, из того, что я вас не спросил? Я бы хотела сказать, обратившись к жителям Березовского района, приходите в спортивные учреждения, занимайтесь спортом, участвуйте активно в общественной жизни, приходите в наши
волонтерские объединения, которых у нас на территории 12, на территории Березовского района, я имею в виду. Приходите к нам в комитет со своими предложениями, какими-то видениями, может быть, чего мы не замечаем, а на ваш взгляд вы хотели бы нам подсказать, рассказать, что лучше организовать в сфере молодежной политики и в сфере спорта. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам в студию. Всего доброго.